Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня у нас разбор колонки от системы музыкальной техникс окружное звучание. Вот видите, здесь возникают вопросы, как разобрать ее. Вот это боковая колонка, здесь вопросов в принципе нету. Вот видите, раз, два, три, четыре винта откручиваете крестовой отверткой, и все, здесь проблем нет никаких, да? Вот. Но трудность может возникнуть у вас вот с этой колонкой. Это центральная колонка. И смотрите, здесь видите, тоже как бы сделано отверстие под 4 винта, да? Ну, думаешь, логически мысли, что сюда вот как бы раз отверточку засовываем, и должны здесь винтики стоять, чтобы открутить, видите? Вот. Но это обманки, ребят. Здесь винтов нету. И как же ее тогда разобрать? Вот так вот крутишь, крутишь ее и думаешь, как же она разбирается. Вот. И здесь все дело вот в чем. Вот этот экран защитный, многие даже не знают, он снимается. Нужно вот поддеть его отверткой. Или руками. Но он плотно сидит здесь. Лучше отверткой сделать. Видите, вот он поддели и давим в эту сторону. Вот видите? Вот, все, видите? Вот он вот так вот снимается, а потом уже руками. Видите? Здесь стоят, видите, такие вот защелки. Вот. И вот такой вид получается у нас. Вот. Ну и чтобы добраться до динамика, чтобы его открутить, вот видите, здесь вот уже другие вот винты, вот видите, под винты сделаны. Для этого надо вот эти 4 открутить. Ее растянуть, располовинить. Ну и потом вы можете смело до динамика добраться и открутить его. Вот я думаю, этот видеоролик поможет, как говорится, без проблем справиться с такой задачей по разбору колонки. Желаю всем удачи в ремонте.